светает, дождик идет. Вон вода по центру расплывается. Посмотрите, ребят, как оно подбило. И сдохло. Вот сейчас давай. Есть. О, хорошая такая. Ну, это где-то 2,5. Не-не, она сейчас, кстати, вот у меня вчера тоже было. Я 2 щуки достал, не разматывая. И трешку не разматывал вообще. Ну, это вот для маленького кунька подлавливать самое то блиточки. Вот это скорость. Давай. Кстати, кушки какие. Мелковаты. Некоторые такие покрупнее есть. Почти сковороднички. Ну, остальные такие же совые варианты. Он чуть побольше тоже. Ребята, всем привет! Мы сегодня... О, крутит. Я уже 4-й раз открываюсь. Андрей 2-й раз. Привет. Видео, которое последнее вчерашней рыбалки, мы сегодня приехали. Андрей 1-й выход. Недавно только приехали, вот у него флажок сработал. Мои 2, вот и вам 2. Крутило, да? Сдалека. Хорошо, вот тихо, садись. Сегодня дождичек, мокрый. Все тает, дождик идет. Натяжки держит. Крутила, я видел. Натяжечка вроде есть. Смотрите, как тает все, вон вода по центру расплывается. Обидно, что лед скоро сойдет. Может сойти, есть такая... Теплота будет неделю, а если еще сильнее теплее и дождь растает, все это не надо. Поэтому пока пользуемся моментом. Но сегодня погода отличная, ветра нет. Хорошая погода, теплая. Ну и вижу натяжка такая, напряжение. Ну да, где-то там. А, да? Да, и... Опа, вот давай, сама цепилась. Давай вали отсюда. Емеля. Емеля шрагайка. За мамой, за папой, за дедушкой, за прабабой. Давай. Опа. Вот. На тебе презент. Да. Так, ребята, у Андрея 2-я клюнула. Ближе. Мои пока молчат. Андрей уже 2-я поклевка. Первая была холостая, пацанов тоже там была холостая. И вот сейчас 3-я поклевка за сегодня, за утро. Маленький интервал. Прошло минут 10-15 между этими поклевками. Я в прошлый раз, курил там, ждал. Блядь, сигарету выкурил. Еще ждал. Уже, блядь, все, мочи, блядь, нету. С нами Игорь сегодня, всем привет, да. Передает. Привет. А старый щеблет, да. Рыбаков. Тоже есть. Присоединился к нам, там поставил. Ну, там, это где. Самое. Минут 10, наверное. Уже мочи не было. Беру потихонечку. Раз, на. Чувствую во рту. Все, упор. Пробовал подсечь, подсекаю, ноль. Вырвался. Я вчера тройку достал. Она вообще стояла. Все и стояла. Стояла. Да? И в шахту причем. Я крючок даже не достал. Да? Вообще в шахту. Просто заглотила и спала дальше. Да, и стояла. И не крутила. Размотка большая была? Вообще нет. Размотка. Нет? Вот чуть-чуть
и все, промотал капельку. Вчера это и стало. Да. Полторашка, которая моя первая, ну там тюмень. Бля, а видел, как она разматывала? Как она отдала? Да, на видео есть, там потом. Вообще, дай жару. Я сейчас заснял. Вообще, так нормально. О, блин. Быстро. Как будто там десятка. Быстро-быстро. Нормалек. Вчера у нас на двоих 9 поклевок было. Ну вот, так это вообще красота, да? Mm-hmm. Смотри, ну и сегодня. И с обеда. А сейчас уже с утра. Да. Бьет. Сегодня шевеление есть, но есть. Теперь должно быть шевеление. А вот теперь это третья поклевка. Вот у него два, да. Там и там. И у пацанов одна была холостая. Ага. У пацанов тоже было? Да. Холостая, да? Холостая, да. Натяжка-то есть вон. Смотри, есть натяжка. Зубахни. Не чувствуется? Есть? Нет. Хорошо, Слава, подсёк, намалёк. Живой. И размоточка на это. Живой, нормально. Живой, да. Но кто-то... А, уже плотва хорошая. Не пошёрканная? Не, целая. Хотя подожди. Живая? А, я поплыл, нормально. Ладно, ждем дальше. Так, у Андрея опять поклевка. Третий или четвертый уже сбились по счету. Интервал 20 минут примерно. Все подсбило немножко в сторону, может хорошая. Давай, чтобы она держала ее зубы. О, натяжка есть хорошая. Прямая линия. Нет. Может держит. Андрей уже знает, как его вибрации подпугивать. По леске так. Тык-дык-дык сигнал такой, щуки. Крути. Крути сигнал. Это лайфхак от Андрея, смотрите. Да, я в прошлом году все время так делал и помогал сюда. Помогало? Да. Вибрация по леске идет. В прошлом году такой постучал, как дало. Да ладно. Что? Нету что ли? Очень медленно поднимать, потому что она может на ходу схватить, как метка. Нету. Блин. Капризничает как-то. Капризничает. Нету, да? Смотри, малька, блин. Живой. Так что с ним, блин, зубы есть, нахуй, нету? Да не хочу. Живой, блин? Не, поменяешь, какой-то непонятно. Ну-ка, приподними. О-о-о. Шмальнуло такого. Поменяй, да, подбитый такой. Вот смотрите, ребята, как оно подбило. У меня ребята сработают. Мотает. Хорошо. Подожди, на размотке вообще потекай. Подожди. Вот сейчас давай. Другое. Есть. Вроде ничего такое. А не, непонятно. Блин. Какой? Леска-то. Не, маленькая. Дай бог, чтобы зачетная была. Ну, наверное, будет. Наверное. Может и будет. Будет, да, будет, наверное, будет зачет. Хорошо. У них тоже. Опа, зачет. Да, нормально зачет. Кило 200 где-то. Хорошая. О, открывается четвертый раз уже. Андрей второй. Все с ним. Нормально. Вот видишь, такая она спокойно заглатывает и да, пофигу все. А ну, там, наверное, такие маленькие. И заглотила хорошо, да, нормально. Красота. Ну. Красота. Красавица.
Ребята сейчас только что достали такую где-то полторашка-двушка. Одновременно со мной. А моя валяется поменьше. Кил 200 где-то такие. А сейчас посмотрим, что у них там тоже. О, хорошая такая. Ну это где-то 2,5. 2,400. Вот я говорю, где-то 2,5 угадал почти. 2,4. Хорошая мамка, кстати. С животиком. Карасик. Нормально. На карасика взяли. И вот у них опять поклевочка. Не-не, она сейчас, кстати, вот у меня вчера тоже было. Я две щуки достал, не разматывая. И трешку не разматывал не, вообще. Это крутило красиво. Да. Ну, красиво. Не, так. Бывает, что они берут и стоят на месте. И уже в шахту, причем заглотила трешку и стояла. Я просто тащу, она уже там есть. А это крутило как, ну, крутило красиво, а чуть-чуть вот за краешек здесь. Ну вот это у меня сейчас кило 200 где-то попалось. Тоже она сейчас крутила. Ну вот у нас пока одна лужа. Ну, приятно, что поклевывает. Хорошо, хоть ну, такая добротная. Да, интересная, удачная лужа. Нету? Карасик. Холостая. Может там карасик. Ну, карасик хороший такой, да. Такой можно сбить, да. Вот на такого и попалось. Ага. Ну, да, примерно. Все, ладно, ждем дальше. У нас пополнение, еще ребята подъехали порыбачить. Привет передают. Здравствуйте. И вот там у ребят флажок стал. У них там поклевывают. Поклевывают. Сейчас ждать не буду, вот подождем, когда они будут вытаскивать. Что-то происходит. У нас пока тихо. Иди, да. Ладно, не бери. Даренного моей лошади в зубы не смотрит. Не, не смотрю. Ну это вот для маленького конька подлавливать самое то блиточки. Вот эти блиточки хорошие. Да. Mm-hmm. На крупного, конечно, надо, чтобы они чуть-чуть были. Тут леска. Видите, леска даже толстая для этих блиток. Ну, такого. Ребята, окуня подлавливают неплохого. Вон, с одной лунки уже сколько. Ну, такой под 100 грамм почти. Нет, около. Хорошо, кунёк. Ну, уже сколько? С одной луночки. Что происходит? 400. Вот, еще кусочек. Как уже в совы. Ну, ребят, смотрите, уже укрепляемся. Ну, такой нормальный кунёк уже жарен. Все крупнее и крупнее. У Алдоса первая поклевочка только приехала недавно. Вот она. Первая поклевка. Идем смотреть, что там у нас. О, как мотает. Скорость. Вот это скорость. Давай. Хорошая. Не надо резко, потихоньку. Будем отбирать, давай и отдавать. Да, будем отбирать, отдавай. Да. Ну, размотка хорошая была. Слушай, накрутила хорошо, да. Блин, маленькая такая, так крутила. Шурогайка, блин, именно. А раскрутила такая крупняк. Не брался еще? Да, сейчас пойду возьму. Ну, вот такие пироги. Да, поклевывает, но мелочь пока что. Да. Слушай, ну, разматывала красиво? Разматывала трендец, как крупная рыба, но распатывала. Ну, ребята, побалуются, такие кушки клюют. Луковаты. Некоторые такие покрупнее есть, почти сковороднички. Чтобы не отпускать их всех. Что-то было там? Щука. Блитку ебанула. На блитку там. Укали щучкой на блитку. Треснула. Игорь сейчас поймал такую зачеточку килошную. А, пугает. А я тут окуня снимаю. Вот. Давайте отпускать его. А сейчас фотку и отпустим. Такие вот. Лунку. Красавец. Вот. Почти сковородники, ну вот это такой поболее. У нас они такие же совые варианты. Он чуть побольше тоже.
Все, плывите. Мы слышали. Слышали, да? Мы слышали, Балмат ругался. Такую блиточку ловится. Отлично, окунь. Так, промазал. Всех туда, всех домой подрастать. Ну, штук 30 точно было, если не больше. А можно посчитать на видео. У нас тут камера. Ну, все, домой. Все. Вечереет, поклевки слабые, их нету практически из-за тумана. В туман не любит еще ковырять. Шурагайки проскакивают всякие. Ну, вот килошную сейчас достали одну. А, ну, такая та зачеточка. А, не, хорошая, это же больше, чем кило. Длинная. Кило 200 стабильная. Итак, молодец. Большая, дальше одного? Иди, конечно. О, нормальная. Не успел заснять, а там соку не баловался. Ну, плохо, все равно плохо, конечно, сегодня. Вчера было лучше, да. Так, пока окуня там балуюсь, ловлю, пускаю. У Андрюхи загар. Надо пойти поснимать. Что там? Что? Ну что там, Андрей? Что, сорвало? А, хорошая была, да? Блин. К вечеру, да, сейчас хорошая выходит. Обидно. Саша, ладно. Крутила хорошо, бля, я боялся, что размотает всю леску нахуй. Блин. Блядь, хорошая была. Надо было меня подождать, позвать, чтобы я подошел. Не торопиться, чтобы заснять нормально. Курва! Только что зарядил и сразу же вернулась. У Андрея опять. Ну, крути. Сейчас закрутим. Подойдем какие-то. О, да. Да. О. Ну, сечь? На крущение надо сечь, да? О. Чего, опять, блядь? Да ладно. Ну давай, тащи. Смотри, тащи, может она слабину дала просто. Не-не-не. Все? Что? Оборвало? Тут ты, блядь. Обманывает. Крючки толстые. И малька опять сыграла. А что с мальком тут? Ну, по-моему, вообще отгрызла все. Так нет. Плотва большая, да, подождать надо. Выплюнула. Большая плотва, да? Да, подождать надо. Слушай, значит, наверное, такая она и крупная, блядь. Ну, может, и не крупная еще, да. Значит, она просто... Я двушку такую заглатывал, спокойно. Ну, ясно. Темнеет, ребята. А с поклевками все грустно. И туман такой. Короче, сегодня все печальнее, но от нуля отошли. Все равно что-то поймали. Не каждый день таскать хороших щук. Сейчас будем собираться. Ну и прощаемся, ребят. Все, до новых встреч, на новую рыбалку. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну такая рыбалка сегодня. Не каждый день же таскать. Ничего, в следующий раз будет интереснее.